Доброе утро всем! Очень хорошее утро именно сегодня, 31 января, уже считается, 2 месяца зимы улетело, уже где-то подкрадывается, как бы приближается чувство, ну, весна где-то входит, так она где-то еще на улице, а в душе уже где-то там позывы какие-то там, типа, происходят. И, как всегда, хорошее настроение надо себе создать самому. Хорошие песни, хорошие. Вот мы сегодня с Леночкой сделали зарядку хорошую, растяжки там всякие, упражнения. Именно надо, я вот еще, гни свою линию. Позвоночник должен гнуться. Когда он гнется, все живое, все работает. Если он встал, то все. Извиняйте, тоже все происходит. Надо. Вот Амосу я сколько раз говорил за него, хирург знаменитый, кардиолог Амосов, он прожил, не помню, там 90 лет. Он по 300, там по 500, вот, ну, очень много. Именно движений позвонком. Именно, как говорится, тупо гни свою линию. И я стараюсь, ну, где хочешь. На работе стою, там где-то есть возможность. В автобусе еду, тоже так, именно можно так. Я в автобусе еду всегда стоя, даже вот со смены один я в автобусе с водителем. И то я стою. Когда ты стоишь, вот этот корсет мышц работает. Как бы сказать, ну, пресс, все мышцы, идет организм, ну, как бы, ловит равновесие. Когда ты сидишь, ну, как мешок сидишь, то оно там это. А когда ты стоишь, оно все работает. Ну, как бы, ну, я везде стараюсь движение, хапануть движение, в чем пройти пешком, на велосипеде. Именно на мотоцикле еду, я там, Лена мне массаж делает там на шее, например, то что. Поначалу болела, как бы, шлем, и у меня голова вроде так. И тут давно уже отвык, шлем тяжелый, и когда едешь, оно, шея как-то болит, оно. Что я делаю? Вот попробуйте вот так, когда едешь, руку вот так держать, вот так. Едешь, рука поднимается, ветер поднимает и помогает руку вам. Вот даже едете на машине на скорость, попробуйте руку выставить. И она, ветер ее держит, не надо ее держать. Так само я шлем визир. И я голову наклоняю вот так. И она лежит на визире. Визир, ну, воздух поднимает меня. И мысли уже, ну, привычка как-то. То, что Лена мне, ну, делает массаж, там водители проезжают, жены там, это, водители же, наверное, там говорят. Вот смотри, жена делает, ну там, девушка делает массаж. Приятно, конечно. Такие вещи, конечно. И сегодня зайдем. Новый год у нас с Новым годом. С большим горбом. С Новым годом, с большим горбом. Получается, сколько я живу вот уже от Союза, когда развал этот пошел. И каждый год еще Павлов был там в Москве. Первое подорожание было. Павлов был, как говорили, закрома у него за щеками родины. Вот такой дядька был. И 2 апреля, помню, день, ну, дурака, типа. И сколько не говорили, что цены не будут подниматься. 2 апреля. 2, я помню, 2 тогда было апреля. Там был то ли понедельник, было 2, по-моему. Я помню, мы в Александровке были. На ЖБИ работали. И тут в столовой эти девушки, мы там питались. И девушки, именно цены, кассиры, эти бах, это, ну, все. У 10 раз там сколько подорожало, и это все там типа. И тоже же вот надо идти, там уже реквизиты пришли с Нового года.
уже платить, ну, не наличку, а именно через кассу, ну, там именно. За стоянку. За стоянку, да. Именно за стоянку. И сейчас пойдем, снимем реквизиты, и чтобы уже платить там уже этого. Уже в прошлом году 200 было за месяц, ну, это уже 250. Ну, с Новым годом, с лучшим этим. Ага. Ну, мы привычные, оно бьет, и мы закаленные. Бьет, каждый год бьет нас, а мы еще крепчаем. Ну, а так, надо настроение создавать самому. Вот, я утром и встали, зарядку сделали, горячая холодная вода. Ох, потом холодная такая, что аж я даже, ну, бывает такая, с удовольствием. Закалка идет, именно хорошее настроение, бодрость. И хочется петь. Поднять. Я вчера, после суток, знаете, оно, там же не спишь толком, так, сидя где-то так чуть-чуть. Сложные были у тебя. Да, я там, напарник пошел, заболел. Я один там, короче. Ну, хорошо, что суббота была. Так, а вот такой день, там надо записывать машины, там, короче, грузы, там, все, там, тетрадь такая, писанины, там, вроде как я, как бухгалтер, ну, типа, счетовод, охранник-счетовод. Любитель. Надо подсказать. Короче, все хорошо, все, жизнь, здоровье в наших руках, от нас очень много зависит, очень много. Я был маленький, я был, как бы сказать, тоже... Мама очень у нас щепетливая была, да, она теплой водичкой, платочек мне завязывает, шапочками ховая. Я выходю, мне там 5 лет было, там девчонки, я выхожу, мама раз завязала, там платок, шапка, оно видно в платке. Я раз платок, карман, шапку бух, ну там ушки чуть-чуть видно, ну типа шапочка так это, а мама... Я погуляю, потом в кармане, мама, а что ты платок? Да, говорю, что ты развязался там, ну, типа, ну, что ты делаешь? Парень, мужчинка же, девочки, это ж, все видят, хочется ж пацаном всегда ж показаться, ну, как это так? Что это такое? Нет, ну, именно что? Всегда были, на, вот, село, пацаны там, кто дурнейший там, кто спустится с той горы, кто прыгнет там выше из этого, с трамплина, то с дерева по деревьям, с дерева по посадке, с дерева на дерево, по этому, по веткам ходили, именно, кто дальше пройдет, например, деревья, там надо прыгнуть, на ту ветку зацепиться, подтянуться, там дальше пошел, и мы это лазили, пока один не упал, и почку отбил, ему вырезали почку, и потом родители, ну, начали за нами так немножко так построже. Вот уж. Улица очень жестокая, ну, именно я, сейчас вот так бывает, та агрессия еще так иногда появляется, именно что там нравы такие, там кутки были, в селе куток. И этот куток там, это как... ячейка, туда зась. Даже твой куток, например, в селе, все, туда приходит там чужой, он ставит магарыч, там ваши девчонки приходят, там магарыч, ну, именно что цей, знакомиться, то, что наша девчонка, ну, было все, было, да, было. И что хочу сказать, всем хорошее настроение, все зависит от нас, я говорю, что, что я начал закаливаться, уже когда мама очень, я же говорю, щепетильно, там ножки теплой водичкой, там ручки теплой водой, а я холодной, иначе перестал болеть, перестал там, ну, закаляться надо, очень многие думают, да это ерунда, ну что, а именно вот я на себе проверил, мы тьфу-тьфу-тьфу с Леночкой, ну вот, тьфу-тьфу-тьфу, не хочется хвастаться там это, ну вот, ни насморка, ни как бы, Далина, вот скажи. Так и есть.
Мы закаляемся, перец, я вот эти суставы, все там, вот когда холодно, надо тепло, чтобы было колени. Перец с водкой, стручковый перец, на литровую банку штук 15 перчинок. И раз, эти места все сам натер. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Да. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Все, хорошего дня, мы вас любим. Леночка рядом, иди сюда. Нет, я не, еще не выгляжу так. Да. Она не выгляжает. Да, еще. Да, все. А сейчас я вам песню спою. Ты уже готов с песней? Да, сейчас я вам спою. Забываю, но про все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю, даже если живу без тебя. Гляжу с тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь свою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. А-на-на-на, а-на-на-на, а-на-на-на-на-на. Слышится шлица, голос твой долети, доплыви. Весь любовью ничто не сравнится, даже звезды не выше любви. Гляжу с тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь свою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. А-на-на-на, а-на-на-на, а-на-на-на. Когда я с тобою прощаюсь и ладонь твою глажу, любя. Ты не верь, это я возвращаюсь. Я живу от тебя до тебя. Гляжу в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь свою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. А-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на.